парам. А, друзья, всем привет. Ну что у нас, заключительный ивент, можно так сказать. Да, у нас тренировочка по следам CrossFit Games 2019. Заключительный финальный комплекс. У нас седьмой день подряд, мы пыхтим, работаем. Вот у них, правда, они длились 4 дня, но не монстры там по 12 часов тусить. У нас нет возможности тусить в зале столько времени. Поэтому мы, естественно, приходим каждый день, но все-таки не тусим здесь целый день. Итак, в чем заключается задание? На играх был вообще безумный комплекс, нам он пока не подвластен. Значит, заключается в том, что первое движение, это значит, нужно сделать 30 подъемов, ну, 30 толчков штанги. Вот, взятие на грудь и толчковый швунг. Вот, это, по-моему, называется, я не помню, Грейс, по-моему, это комплекс Грейс, классический кроссфит комплекс. Вот. Дальше потом у них было 30 выходов на кольцах. Мы выходы делать не будем, к сожалению. Да, мы, скажем так, 30 выходов будем полчаса делать, если не больше. Вот. Но будем учиться. В следующий раз обязательно через годик будем делать. И третье задание, оно у нас будет второе, это Изабель. То есть 30 рывков штанги. На играх штанга была у мужчин 61 килограмм, у девчонок 43. Но у нас поменьше будет. Естественно, мы все-таки не такие подготовленные пока что. Поэтому у меня штанга будет 55. Не сильно отличается, чем у мужчин. Поэтому я, наверное, буду погибать. Особенно на рывках. У Марины 30 килограмм. Что тоже нифига не халява для нее. На самом деле, тоже на рывках она будет погибать, наверное. Но, тем не менее, крышка, таймкэп по времени нужно уложиться в 20 минут. Сделать 30 взятий на грудь плюс швунг и 30 рывков штанги. Все, кольца мы не будем делать. Так что сейчас мы готовимся, включаем таймер и начинаем работу над собой. Уху! Готовы. Пух. Что?
Ну что, вот мы и завершили наши игры. Нормально сделали. Конечно же, техника совершенно другая, нежели если делаешь на раз. Вот все рушится на фоне утомления. Но в целом нормально справились. Вот даже есть небольшой запасик. То есть можно было добавлять. Вот, но это в следующий раз уже. Какие у тебя ощущения? Ой, мне даже понравилось. Что-то, да. И вот, ну, короче, ладно, я буду смотреть видео, разбирать, потому что мне показалось, что рывок у меня шел относительно... Неплохо. Неплохо, и я прям чувствовала вот этот вот нырок, прям вот. Да-да-да, я заметил. Вот. Есть такой момент. Я один рывок там забаранил, вот, не поторопился, не сделал. Вот, но тем не менее нормально. Так что, все. Следующий у нас теперь соревновательный этап будет 10 октября. Будет, по-моему, начинается CrossFit Open. Не знаю, 6-8 недель там будет вот задание или сколько, фиг его знает, посмотрим. Ну, в общем, друзья, пробуйте, занимайтесь, тренируйтесь, вот. А не только наблюдайте за остальными. Делайте так, чтобы вы могли быть примером для кого-нибудь. В первую очередь для своих там родителей, для своих детей, для своих внуков. Вот. Так что начинайте работу над собой. И, соответственно, если вам нужна в этом помощь, окей, я здесь, я рядом, пишите, помогу. Вот, все, за сим прощаюсь. У нас еще Кирилл будет выступать со своим финальным заданием, так что тоже будем за него болеть. Все, чао, какао.